Всем привет, с вами я, Александр, это канал I'm Boot, и у нас сегодня ББС. Ну что, ребятушки, давайте тогда вызывайте меня удачно, да? Что у меня звука просто дофига. А если меня вдруг по какой-то случай не слышно на стриме, а много забивает музыки, вот внешне, то пишите, я поменяю. Голову себя, уберу музыку и так далее. Может быть, должно все быть ок. Ну что, ребятки, собрались с духом, зажали кулачки и погнали симонить. Я знаю, что вы любите симонить, и я тоже люблю симонить, я признаюсь вам. Честно, я тоже люблю симонить, поэтому, ребят, от вас немножко терпения, немножко чуть-чуть улыбки, немножко чуть-чуть желание помочь мне в дропе. Я стараюсь не для себя, аккаунт не мой, поэтому я стараюсь открывать не для себя, и 5000 орбов, ребята, где-то потратим сегодня примерно так. То есть 26 степов, скорее всего, будем крутить, 26 из 26. Ну, может быть, мы раньше становимся, но вообще пожелания были такие. Вдруг нам повезет и будет вообще все топ, и мы выиграем досрочно всех и на 5 из 5. Кто знает, так тоже не исключение, но может быть. Надеюсь, у меня вспомнит, что про Бьяка 4-5. Бьяк 4-5, Бьяк 4-5 это там. Бьяк 4-5 это там. Поехали, первая десяточка пошла, ребята, погнали, симон, первая десяточка. Ох, было 10 тысяч орбов, ребята, и запомните, 10 тысяч орбов. Кто-то когда-то копил себе 10 тысяч. Вот, задайте себе вопрос, и за это поставьте лайк под стримом. Ну, а теперь подписывайтесь на канал, соответственно, подписывайтесь на канал, да. Вот, лайков мало, один дизлайк, кто видел, злодей. Так, а что здесь падает? Здесь раньше у Махана падает. Я помню тот контент, когда выпала эта девица. Я помню, когда была пауза, и потом просто все начали писать. Ну, вы поняли, что начали писать. Да, начали писать про то самое. Что если у Махана? Ладно. О май гад, да. Так, будем надеяться, что еще что-то здесь упадет. Кстати, я не посмотрел, кто здесь падает, реально. У нее есть сюжет, у нее есть все. Глаза. Кстати, нет Сибата уже давно. Сибата нет. И это, ребятки, первый степ. Первый степ, два героя. Первый степ, два героя, ребят. Унахана и руки. Да что ж такое-то? Унахана и руки, ребят. Два новых героя на этом аккаунте. У меня есть и руки, конечно, у меня есть Унахана, но это круто. Привет, скажи, стоит ли мне менять имморталь обычно ищу на Дангай, если удалять звезды, а обычно сейчас, конечно. Нет, тебе нужно, смотри, тебе нужен Дангай на 4 звезды. Менять однозначно, потому что обычно тебе, ни о чем. Вот, но только нужно тебе Дангай 4 звезды. Но 4 звезды и потом поменяешь, да. Сейчас пока немножко рановато. Делай. Минимум 5. Нет, ну хотя бы 4, бро. 5, чтобы заиграл. Не знаю, мне кажется, 4, как обычно, достаточно. Кто здесь в придатке идет? Давайте быстренько на придатку посмотрим. С продуктом. Так, по контенту. Я не буду на самом деле сразу смотреть, сразу прокатим вниз. Финан Закура, значит, Зангетсу, Судан Широюки. Здесь также вот у нас выпала Унахана, Рукия. Ну, понятно, я не буду озвучивать. Ага. Ладно, все, понял, кто здесь падает. Ну, плюс еще может еще кто-то. Поехали, ребят. Продукты для Дангая. Ну, может быть, потому что у меня она сразу выпала. И сразу 5 звезд. Давай. Орех спасает. Ну там три бабочки полетело, да, три бабочки и орех спасает. Кстати, я так заметил, что если летят три бабочки, но нету сразу героя, то возможно приходит спасение. Если идет одна бабочка, две бабочки, то спасение, ну, как бы, скорее всего, будет. Да, это так, разминка была, Капи, уники. Да, уники, да. Если кто не понимает, мы про Bleach Immortal Soul говорим. Так. Так, я понял, что здесь больше вроде бы никого не будет. Да? Да. Так, 20 человек наконец-то набралось, накопилось. Поехали еще, ребят, степ. Еще степец. Плюс 2. Ну, видите, 2 бабочки и ничего, в принципе. Вот, поэтому 3 бабочки это да. 3 бабочки хорошо, 2 это такой себе. А где же витринные? Витринных, ну, пока что нету. На тебе падают хорошие другие герои. Они играбельные, на самом деле. Все вот эти, по-моему, 3 героя, они все играбельные. Ну, давай, 3, вот 3. Все, нормально, видите, 3 бабульки, все хорошо. Ну да, там может быть спасение еще. Ну нет, ну просто я так заметил, что когда 3 бабочки нельзя обычный свет, но бывает зачастую спасение. Тоже на 3 звезды, ой, на 3 бабочках. Вроде как. Так, у нас руки, да, вторая была? Дубль. Не. Да не, руки нормально, кстати. Баночки будешь фармить. Баночки. И что он там фармит? Баночки что там фармит? Баночки. О. Ичига, это Ичига, да? Это Зангетсу. Это Зангетсу, ребят. Йоу. Это Зангетсу. Руки, это Каспер. Это Зангетсу, кстати. Вот и хотел Зангетсу, вот и получил Зангетсу. Да, ну пес. Давайте руки 5 из 5 сделаем. Так что просто было. 1 из 3. Да, и руки 5 из 5. Ну и Унахан 5 из 5. Так, сейчас должен быть гарант, ребят. Гарант. Сейчас еще кто-нибудь витрины, скорее всего, будет. Одна бабочка, но это нормальное явление для гаранта. Значит, у него 10к орбов. 10. Нет, пока не витрины. ТТ? Визуру? Как это сделали? Ну там аккаунт новый, поэтому там легко фармится. Ну? Вот, я же тебе сказал. Возможно, тут будет еще третий герой. Но не витрины. Витрины, третий герой, но он уже дубль. Он уже дубль, 2 из 3, Зангетсу. Может, еще есть тут кто-то? Рюкин. Рюкин, четвертый герой, четвертый. Да. 4 героя, ребят. Что у нас? Вот.
меня зовут Забанник. Да, не нормально, ребятам говорят 5 падало. Я мне 5 ни разу не падало, но 4 падало тоже было дело, да. Меня нет. Так, все, еще. Это был гарант, ребят. Это был гарант. А, был гарант. Поехали, 150. Степ. Два зангеса, ребята, два. А может зангес 5 из 5 соберется? Так, бабулечки 2. 2 это мало. Да ладно, лисенька на 2. Вау! Третий зангецу, третий, ребята, зангецу, третий. Зангецу хочет 5 из 5 собраться, третий. Вон убежал. Не советую. Свои носки. Так, ну здесь по всему все. Ну, в принципе, за 150 зангецу, так, неплохо. Давайте попьем кофе. Попили, можно дальше крутить. Я вижу, вы хотите, чтобы еще что-то выпало. А, наливай покрепче. Ну, я остаточки там соскреб, кофейка. Две бабочки и радужный свет? Две. Есть стрим на эту игру, да? А что там, какая игра, я посмотрел. Я тут весь во внимание, что падает. За это лайк, ребят, за это лайк. Всем бан за кура. У нас все есть теперь витринные герои. Все есть витринные герои, ребят, все. Витринные все собрались. Вот. Ну я не знаю, ребят. Мы за 2500 вытянули все. Все за 2500 вытянули. Причем 3 из 3 зангесу, 2 из 5 симпанзакура. Что делаем? Какие это читы? Нет, никаких читов, дружище. Поюзай. Если найдешь читы, поделись. Дальше. Ну, давай соберем, попробуем. 4 читы, все, начались читы. Какие читы? Я помню про читы, помните, что говорил? Ай-яй-яй. Я не пользуюсь читами. Так, все, поехали дальше. А это у нас сейчас, по-моему, даже гарант или нет? Подождите, это не гарант. Это еще даже не гарант. Это мы до гаранта даже не доползли. Мы только получили один гарант. Рэмбо, удачки. Удачки, Рэмбо. Это магия, ребятки, магия. Это не читы, магия. А где сердечки? Где лайки, ребята? Столько контента вам, столько орбов, столько сумона, столько счастья. Нет, магия это магия. Читы это читы. Читы это совсем другое. Читы это компьютер, а магия это... Это что-то другое, это что-то более интересное. Это более неестественное, да. Новый персонаж, так, теперь руку на этом аккаунте. Так, ну сейчас, да, по-моему, гарант будет. Так. А, нет, точнее, гарант, да? Ладно, ждем гаранта. Ну, как бы таки. Как бы таки, ладно. Пропуск, надо же иногда отдыхать. А то если каждый раз будет что-то выпадать, это реально меня... Вы все забаните. Вот сейчас гарант, да, 10-й степ, что я куда смотрю. Сейчас одна бабочка пойдет, поэтому не пытайся, в любом случае, сейчас будет гарант. Потому что на гарантии всегда одна бабочка летит. Удачи, читы, магия, читы. Да что не читы у вас, ребята? У нас все время постоянно какие-то читы. И чего выпадает нам? И чего? А ты чего еще будет чего? Или больше ничего? Походу ничего. Да, ничего нет здесь. И чего нам не дал ничего. Вся жизнь читы. Жизнь читера это читы. Согласен, так. Мы посмотрим, что нам выпало на самом деле. Но это только второй гарант, ребята. Только второй. Мы потратили... Чем мы потратили? Мы потратили 2 вести, да? 2 вести. А, потому что мы остальное все крутили. Нет, мы все крутили, мы все практически получили со остальных фигурин. Все. Мы бьяку получили 4 из 5 здесь. 4 из 5 бьяку получили. Ну еще остановиться 5 из 5 не стали крутить. Ну там шанс очень маленький дропа. 4 из 5 это тоже хорошо. Здесь тоже мы, по-моему, здесь всех тоже получили. Ну в той витрине. Поэтому которая вот это была. То есть мы всех везде получили. Все последние, что были витрины, по-моему, всех собрали персонажи на этом аккаунте. Оставь. Зачем? Ну не знаю, если только дубли. Ну, хочешь 5 из 5 все-таки? Давай попробуем. Давай еще попробуем еще один раз. Еще 5 степов и... 5 степов, давайте. Ну, если хочет человек, давайте попробуем. 5 степов, вдруг повезет. Вдруг кто-нибудь соберется. Орбовый вейп, вайп. Не хочет. Если он так будет сейчас плохо кидать, то, конечно, мы дальше не пойдем. На 5 степов. Ну, в принципе, мы уже всех вытянули, как бы. Ну, 5 из 5, да, это было прикольно. Просто мы здесь 5 из 5 не вытянули, там 5 из 5 не вытянули. Ну, попробуем, если вдруг нет, лучше оставь. Там фармится будет похуже. Так, вот, в принципе, пошло что-то. Давайте попробуем, посмотрим. А, вот это уже новенькое, вот эти героичи, ребят. Героичи, кстати, новый персонаж, что хорошо, потому что это все-таки, ребят, орбы. Это орбы прежде всего, это фарм орбов, и это классно. Ну, зато хоть новое что-то падает. Точно неплохо, ну не 5 из 5, но что-то новое тоже прикольно. А все шахеризаны собраны, да? А я что-то даже не посмотрел. Ну вот видите, хотя бы еще что-то собрали, еще одну коллекцию шахеризан. Не только витринных персонажей, но еще и шахеризан. А все же персонажи лучше. Так, 3 бабулечки еще раз, ребятки, 3 бабульки, 3. Алло, я уже не помню, сколько вот эти персонажи падали, потому что, ну, они падали. Они уже все падали. По-моему, тут уже, по-моему, все падали практически. 3 из 5 упало? Ты считаешь, да? 3 из 5. Она классная, бой. Да, 100% бабы подкрутили.
Ну, они, походу, это, знают такие, говорит, Александр стрим пошел, надо крутануть, подкрутить, срочно подкрутить. А стрим, сумон, вау. А вы не знаете, что такие бабы смотрят стрим, мэй. Выбить таки надо 5 из 5. Ко мне должен прийти Айзен 5 из 5, да? Ну да, тут он девчонки, вот видите, все такое прочее. Да. Поэтому удача на 2. Где? Не, ну и такой 4-4, где доказательства? Есть такие, что ты погуглите, найдите. Если были бы 4, меня бы забанили уже давно. Меня же банят, ребят. А я Мак, я сказал. Мак. Мак Симон. Симон Мак. И чародей. Унахана, да, ну другая немножко. Кстати, да, чуть про Унахану забыли. Ну, в эту витрину, кстати, похуже падают персонажи. Они падают, но вначале было все круче. Вначале было все покруче. Сейчас они есть, но... Так себе. Ну, по крайней мере, это уровень, ребят. Что у нас гарант, ребята, подъезжает, гарант, блин, гарант, мы никого не получили, мы только Юруку 3 из 5 получили, 5 из 5 никого никак не получается, смотрите. Ну, по крайней мере, смотрите, новых все равно персонажей получили, новых все равно парочку получили. А последний степ, да. 4 из 5, лоли, 4 из 5, ребятки, лоли, 4 из 5, 4 из 5, посмотрим, куда зайдем. Блин, 4 из 5, да, 5 из 5 хотя бы будет собрать, ну, дайте. Дайте же 5 из 5, мы с ним комплект будет, точно. Ну, не она, ну, в принципе, круто. Сколько, 3 из 5, 3, по-моему, из 5, да, поздравляю, 3 из 5. 3 из 5, да, по-моему, или 4 из 5, я забыл. А, ну, 3, да, угу. Это магия, ребят, это магия. Что еще, или останавливаемся? Потрачено было 3-300 орбов. 3-300 орбов. Остановка? Ты так написал много смертных знаков, это только герой получил новых. Саш, танцуй. Так, я пошел открывать 5 звездочных билет, 6 брейнов. Ой, какие удары, удачи тебе. Все, да, останавливаемся. Ладно, опять 5 из 5, к сожалению, не получилось. Опять у нас максимум 4 из 5, на следующий. Ну хорошо, босс сказал. Что мы за 3-300 получили здесь, ребят? За 3-300, ребят. Теперь смотрим, ребятушки. Всем пока. Смотрите, мы сделаем для чего сначала сортировочку, чтобы отсеять все ненужное и получить 5 звездочных. Смотрим. Получили мы Сонаш Рейки за 3-300 орбов. 1, 2, 7 банзакры. 3 Тесса Замгетсу, ну и просто Замгетсу верхний. 3 Ичига, 2 Руки, 1 Юриичи, 4 Лоли, 1 Унахану, 1 Рируку, 1 Юмика, 1 Рюрикен и еще 1 Унахана. Итого за 3-300 орбов, ребята, получили мы, значит, что 4, 8, 12, 16, 21 герой. 21 герой за 3-300 орбов. Да, без дубли. Так что вот так вот, ребята. Ну и время осталось на коп, ребят. Ну или куда мы пойдем, на коп или пойдем на этот сходим? Не на коп, а на эпик рейд. Можно на эпик рейд сходить, там орбы, там билеты, если такой прочий коп. Вам коп нужен. Ладно, тогда я тебе тоже, я немножко думал побольше будет. Ну, мы как бы изначально планировали, да, я читал комментарий. Но так как случилась магия, да, то мы закончили немножко суммон раньше. Мы могли бы еще на один суммон раньше закончить. То есть мы могли вообще две витрины покрутить два раза и на этом закончить. Немножко сделали больше, но с последними витринами получили, насколько я помню, одного Ичига мы получили. Одного Унахану, Юмика и... И что-то еще получили, по-моему. И воли. То есть не 4, по-моему, персонажа нам выпало, или что-то такое, Все равно с последнего прокрута, и были все равно пару новых героев. То есть в любом случае ты получил какие-то орбы, ты получил какие-то новые герои, да, это не витрины, ну и опять же все равно что-то там получил, как бы. Это тоже было не зря, конечно, лучше, конечно, лимитированный, но это тоже неплохо. А был блок, если вообще ничего не упал. А тут и новый персонаж, и плюс дубль. В любом случае было. Вот, поэтому я думаю, что круто. За это лайк, ребят, за это лайк, и давайте, если кто хочет поиграть в коп, 8К где-то будет, 8К, ну у тебя там новых, в принципе, было. Можно посчитать, там 50, и плюс, да, там много у тебя будет. Там все же, там куча новых. Блин, у тебя мощный аккаунт. Я завидую тебе. У меня на самом деле 3 из 3, 4 из 5. У меня столько вообще героев нету, дружище. У меня максимум 3 из 5, по-моему. У меня только один комп 5 из 5, и все. То есть, а остальные все как бы вот так себе. Поэтому как бы я немножко тебе завидую, бро. Да как ты уж, по-моему, немножко уже. Хоть заново начинай играть. Единственное, что такого не будет. Потому что, ну вот, по поводу героев, которых вы, да, говорили, я помню, что Мэтт писал, почему мы не крутим другие витрины. Потому что вот у нас Шинчик там тоже, по-моему, 3 какие-то. Всем привет, что-то навек. Ну, два раза выпадал, да. Шинчик два раза выпал. Поэтому вот они все герои есть, ребят. Вот одна витрина, вот вторая витрина, которые вот были. Раз витрина всех вытянули, два витрина всех вытянули. Здесь еще куча всего. Здесь бьяк Ичига. Бьяк, я говорил, 4 из 5 тоже. Был ударен 4 из 5. Да-да-да-да-да. Найдите мне 4 такие, покажите. Я сказал, я не буду повторяться. Тошера, кстати, выпал нам два раза в прошлый раз. Два раза вот этот Тошер выпал. Привет, Егор, привет. Ну и вообще, вот, в принципе, вот это все дроп за последнее время, можно сказать. Практически вот эти все персонажи, за исключением нескольких там героев, которые у него были, все вытянули мы практически. Ну, практически все вытянули. Поэтому как бы вот оно все перед вами, да. Практически весь лут это наш со стрим. Будут ли видосики завтра, не знаю. Ну все, ребятки, это все, вам хорошего настроения, всем удачи, скоро встретимся. Всем пока-пока.